Сегодня в аэропорту Алматы торжественно встретили призеров Паралимпиады в Токио. Дзюдоисты Тимиржан Даулет, Зарина Байбатина и Ануар Сариев принесли нашей сборной 3 серебряные медали. В итоге в копилке у казахстанской паралимпийской команды 1 золотая и 3 серебряных медали. Мы расположились на 41-й строчке в медальном зачете. Как встречали наших чемпионов и какие планы у призеров, в материале Нургали Карабаева. Цветы, плакаты и музыка. Серебряных призеров Паралимпиады в Токио в Алматы встречали со всеми почестями. Болельщики едва сдерживали эмоции. Каждый хотел обнять и сфотографироваться с призерами игр. Зарина Байбатина, занявшая 2-е место в Японии, рассказала, что годы тренировок и вера в победу помогли ей выиграть. А кому вы посвящаете свою победу? Своим родным, близким. Будете Казахстану. Аллажаса. Постараемся. Будем готовиться. Еще один наш спортсмен Тимиржан Даулет вернулся на родину с серебряной медалью. Выстроилась очередь из желающих потрогать награду и сделать памятное селфи. В шаге от золотой медали дзюдоиста Тимиржана Даулета остановил узбекский атлет. Я очень рад. Вот только ощущаю вкус победы после возвращения на родину. Я планирую дальше участвовать на Паралимпиаде. Надо сначала полечить все травмы, потом снова на ковер. Ануар Сариев тоже среди тех, кто защищал честь Казахстана на этой Паралимпиаде. На родину дзюдоист вернулся с серебряной медалью. Но есть надежда, что это не последние завоеванные награды. Сборная Казахстана еще продолжает борьбу за призовые места на Паралимпиаде. Нургали Карабаев, Таисия Марченко, Ринат Абулхаиров, Информбюро, Алматы. Еще больше важной и интересной информации на нашем YouTube-канале Информбюро 31. Подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии и не забудьте нажать на колокольчик, чтобы всегда быть в курсе новостей.